Росреестр сократит сроки регистрации прав на недвижимость до 1 дня. В 2025 году сроки кадастрового учета и регистрации прав по большинству действий в Росреестре не будут превышать 1 дня, а необходимые сведения об объекте можно будет получить в течение минуты. Об этом рассказывает руководитель Росреестра Олег Скуфинский. Важная задача – это достижение цифровой зрелости и повышение качества государственных услуг и сервисов. Уже сегодня сокращен срок кадастрового учета и регистрации прав до 2 дней, а более 80% электронных ипотек регистрируются менее чем за 24 часа, отметил глава ведомства. По его словам, к 2025 году сроки кадастрового учета и регистрации прав по большинству регистрационных действий в Росреестре не превысят 1 дня. А общедоступную информацию из Росреестра можно будет получить за 1 минуту. Единую цифровую платформу пространственных данных, включающую новые сервисы и быстрое получение сведений, и короткие сроки регистрации прав, в 2023 году начнут тестировать в пилотных регионах. Сначала она начнет работать в Краснодарском и Пермском краях, Республике Татарстан, а также в Иркутской области. К 2024 году число пилотных регионов увеличится до 20, говорит Олег Скуфинский. Глава Росреестра также подтвердил ранее анонсированное создание 11 электронных сервисов для удобства регистрационных действий и получения информации об объекте недвижимости. Все 11 сервисов, по его словам, будут запущены в работу в следующем году, а в 2023 и 2024 годах планируется создание еще 9 сервисов. Было полезно? Поддержите лайком, подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением в комментариях, пересылайте видео знакомым. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.